Первый наш кастинг был около 4 лет назад, но потом настала пандемия, локдаун, мы приостановили проект. Ну, когда все закончилось, когда мы вернулись к обычной жизни, мы вернулись к нашему проекту. Так как у нас нет таких больших специальных учреждений, ну, они уже появились, наверное, факультеты, какие-то курсы, но у нас нет таких специальных колледжей, как на Западе, как, например, в Лондоне или там на Бродвее, где готовят специально актеров мюзикла. У нас их готовят, но их очень мало, ребят. Поэтому мы, в общем-то, я опирался, и я за что благодарен Василию Бархатову, что он доверил, нам приходилось выбирать, то ли брать поющего человека, то ли играющего. Но я предложил брать поющих ребят, потому что это все-таки мюзикл, самое главное здесь музыка. А играть, ребята, посмотрим, ну, найдем каких-то талантливых, их же видно. И они научатся, и так и произошло. Ребята, в общем-то, оказались у нас очень артистичные.